мужа и жену. Как мужа и жену уже. И вы помните, что в Бытии говорится, что Бог привел к Адаму, к Еву, да, то есть он сотворил из ребра Еву и привел потом. И он сказал, что это плоть от плоти моей, кости от кости моей. Иногда мы делаем какие-то свой выбор, и не всегда этот выбор удачен. Вот, но сейчас я могу сказать, что это плоть от плоти моей, кости от кости моей. Аминь. Вот, и мы хотим, я не знаю, может, Ира что-нибудь добавит? Я хочу сказать спасибо родным Руслана, также родным с моей стороны, да. Я думаю, что за сегодняшний вечер вы все познакомитесь очень хорошо. Вот. Мы теперь одна большая семья, чему я очень рада. Я хотела сказать спасибо огромное сестрам Руслана за то, что вы воспитали такого прекрасного брата. Саше большое спасибо. Вот. И вообще я просто не до конца, может быть, знаю, ну, кто, но я думаю, что и Тома, и вот Алина, все участвовали в том, чтобы Юля, Оксана, да, вот, вы все участвовали в том, чтобы сегодня стоял такой замечательный человек. Вот, я действительно очень его люблю. Горько. Я очень благодарна также Господу, что были действительно в нашей жизни большие испытания. Я благодарю всех, кто молился за меня, вот, потому что мне было действительно то, что я сейчас здесь и на своих ногах, и все в порядке, я просто благодарю вас и благодарю Господа. Вот, и я просто хочу сейчас помолиться. И Господь Иисус, о Господь Иисус, о Господь Иисус, спасибо Тебе, Господь, за этот день. Спасибо, Господь, что Ты провел через все испытания. Господь Иисус, вся слава Тебе. О Господь, Ты действительно будь прославленный сегодня. О Господь Иисус, мы просто отдаем себя Тебе. О, спасибо, Господь, за Твою жизнь в нас. О Господь, возглавь наш брак. И веди нас дальше, Господь Иисус. О, Ты самый чудный и самый славный. Аминь. Да, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты верен. Аминь. Когда мы не верны. Аминь. Спасибо, что Аминь. Ты ведешь нас, Господь, и Ты делаешь чудесное. Аминь. Господь, то, что человек не может даже себе представить. Аминь. Спасибо за наших родных. Аминь. Господь, мы отдаем Тебе первое место. Аминь. Господь, будь первым в нашей семье, в наших отношениях. Аминь. Благослови нас, Господь. Благослови наших родных и наш дом. Аминь. Аминь.